Дорогие друзья, сегодня я приветствую вас в новой серии ночных посиделок. Я, Жека Дрожа, совершенно сошел с ума. И сегодня вас приветствует вот этот вот почти алкогольный напиток. Это молоко. Алкоголя у меня дома нет, так что подождем, пока оно скиснет. Будет хоть какой-то градус. По какому поводу же этот праздник? У нас снова появился спонсор видеоролика. Я считаю, что вам обязательно нужно перейти на канал Чукля. Ведь он уже который раз покупает у нас рекламу. Такое настырное поведение заслуживает как минимум лайка с вашей стороны. Ребята, пожалуйста, если не хотите, чтобы я обтался, выпив вот это вот почти прокисшее молоко, посмотрите по ссылочке в описании, там есть канал Чукли. Подпишитесь на него, и все будет у вас хорошо. С новым днем! Господи, я за это получил 500 рублей всего, уже молоко потратил. Давайте затянем. А? Хе-хе-хе. Я давно не играл. Надо, кстати, кто там? Никита заводит. Вот, о, я бревно, смотри. Вот, я тут. Заходите, у меня через 170 секунд мир перезагрузится. Вы не успеете. Вспомнил бы пароль. Все. А ты есть лайфхак. Если ты выйдешь из мира и снова войдешь, таймер сбросится. Ну, я так не это. Не, я летаю по воде. А зато я карту изучил. В тот час, где не был. Good. Она ж не изучается вроде. Нет, когда я бежал живым еще в лагах, да. То я изучил. Какие-то плюсы. Хоть какая-то польза. Ей, господи, я в этом скине, у меня реально как будто у меня чужой вырвался не из грудной клетки, а из башки так. Да, смотри, Маш? Из башки так. Таймер сбросился от того, что мир перезагрузился. Да, все хорошо. Я здесь. Я лечу на базу. Пожалуйста. Я забыл пароль. Может, это не то набрала, блин. Вставьте мне сердце. Блез. О. Да зачем? Зачем тратить? Блюрей. Так зачем? Ну оставь. Будем вздыхать. Забери себе. Да забери. Вставьте мне сердце. Кто там? Кто не сюда. Там было сердце. Женя. Там было сердце, спасибо. О, хорошо. Нормально. Зашибись. Спасибо. Все, тебя вставили? Да. Тебе понравилось? Очень. Хорошо. Надо будет Вольганга, если я когда буду рисовать, обязательно нарисовать его худым. Не в какой, в качке форме, а вот это вот, в дрыще. Будешь постоянно как дрыщ. Нет, пожалуйста. Немощный будешь. Такого, да. Немощный. Француз вот этот вот. Персонажа. Я поменяю персонажа все. Когда? Почему ты нас все время перекатит? Сейчас. Прям сейчас? Еще не упал метеорит. Подожди, сейчас. Сейчас я найду. Все. И Никита на 50 серий ушел искать метеорит. Блядь, я их вспомню прошлые посетил. Че, опять? Я подожди, да у меня есть папирус или нет, ладно. Не заряжай его, а то он офигевший. Не надо лишь. Пусть он спокойно. Так, а куда у нас все жало пропали? У нас же дофига жало было. Не знаю, не трогал. А, не попал. А, ты же его выключил, точно. Кого? А, Finder, да. Ну, пока не лагает, скажу так. Я не спорю, возможно, из-за него. Да. Ой, у нас тут свиньи рядом посадили, да? Или это... Блять, началось опять. Дискотека Вета! Оп, патимейкер! Шейкер-шейкер! Уличный денсер! Андрей, жги ты! Так, а что, был послан отряд в пещеру за лампочками или нет? Маша сходила. Ой, пусть идет отряд. Чего? Вас что принесло?
Короче. Это даже не 1/5 того, что ожидали. Неудачно. А где? Где Андрей? Я быстро вышла, потому что я забыла кое-что выложить. Андрей. Из инвентаря. Просто, значит, что я хочу сказать? Если вы найдете, если вы будете убивать этих котов. Кого убивать? Это я поставщик королей в массу. Летучих мышей, и выпадет еще 2 крыла. Пожалуйста, положите их в в холодильник. Я приду, сделаю себе. Хочешь себе вампиризм? Конечно. А, вампиризм призвал? Двойной вампиризм вообще. Будешь делать ассасалити, да? Да. Давай, пошути. Это жареное мясо, которое я повесил. Положи блюрей в холодильник. Почему ты его блюрей называешь? У него имя такое. Ну, типа... Мама дала. В детстве. Так сказала. Назову тебя малыш блюрей. И будем по очень тебе... Компания, которая диски... Да-да-да-да. Нет, не знаешь, типа, назовите сына блюрей. А, и получите диски, да, как в Скайриме, да, Вакин, да, вот это все. Да. Чё ты меня двигаешь? Кстати, 19-й день. Ясно. С лунными камнями опять беда. Чё, выходим? Наигрались? Как-то там в конце падает, нет? Не, не выходим. Ну ладно. Ещё нет, подожди. Рыбное тако. Ну чё, пойдём выйдем, да? Пойдём выйдем. Я хочу тако. Така-така-така-така-така-та. Така-така-така-така-така-та. А можно светильники делать такими, или они гниют? Ну, нет, они сами не гниют, у них внутри этот портится. Ну, понятно, типа, кончается. Типа, кончается, да. Чем тут твои ягоды? Такие 3 красивых казана и 1 мой. Сразу видно. Это нюанс. У нас дизайнерский подход, все хорошо. Так, а кто там обещал меня шернуть? Чем? Шприц. А, шприц есть. Есть, на базе есть, я делала. Нормально. Женя. Чего? Ну подождите, я еды хочу взять хоть какой-нибудь. Что? Че тебе надо? Сейчас, я тебе кое-что дам. Что-то подпалит меня? А зачем броню выбросила? Почему вы все... Почему вы не складываете? На низ. На низ броню, наверх оружие и инструменты. Почему вы не следуете протоколу? Кто-то же занимается еще ловушками. Клыков принести? Сходить за ним? Ну я клыков не нашел, значит не кипели. Я принес... На базе были клыки. В сундуке. Я точно... Они все закончились уже, вы что, издеваетесь? А куда ты их потратил? Я уже сделал, потому что... А-а-а. Я поэтому спрашиваю, еще принести? А, желательно траву надо. А ты покажешь нам, где ловушка? В большей степени. Да они вон справа, блин, от базы. Да, на биоме этой... саванны. Саванна. Прям по дороге бежишь. Я поставил гончарный круг, теперь все свитки всякие там можно в него пихать. Mm. Тоже хотел, но забыл. Я воткнул. Чё это? Давай эти птицы, блин, вылупляйте. Ой, я до сих пор себе не сделал этот самый светильник. Сделайте, пожалуйста, кто-то. Опять кроликов подкидываешься. Я ему подкинул, он так подкидывает. Сожгите кто-то эти ловушки, блин. Пиздец. Не успокоится, ребенок. Алло! Нет, не надо тут. Зерно еще, наверное, так. Бабыринками себе сделать эти ловушки. Смотри, одни вещи хорошие все время падают. Ну, типа, наверное, хорошие. Ну, вообще офигевшие. А значит, нам тоже скоро 3-й выпадет, да? Возможно. Потому что рандом. Mm-hmm.
полюсах, по-любому. Чё, все, устали прям? Заканчиваем? Утомились. Пока не время, пока не время. Так уже скоро зима. Подожди, сейчас я... В смысле, через два дня. Будет жесть. Сейчас будет жесть. Ладно, можно. Покажем. А то заколебался обходить, если сильно надо. Ага, с этой стороны. А, не вот так вот можно. Неинтересно. Хотя можно было веслом и... Ну, чисто так, потому что обходить заколебался. Ну чё, выходим? Так еще 8, может, начало зимы? Так на... ну, можно. Еще сутки. Давайте еще сутки. С утки. А вы надо собирать, видимо, пригодится. Можем мы эту пчелу убить, хотя вряд ли. Тут пчелу. Надо... Ну, если один день, то как-то маловато времени. Да, зима начнется, будет неудобно. А когда ее тогда лучше убить зимой? Ее всегда удобно убить. Как бы в этом проблем нет. Мне кажется, весной не вполне удобно. Нет? Дождик, типа. И... А вдруг лягушки, да? Да. Это ж все время они не вовремя начинают падать. Че, Андрей? Ох, арбузик. Интересовался. Нет! Какой это шанс, не Finder. Дождя. Не Finder. У меня в этой же игре, Андрей, сначала не было стана, потом был стан. Поэтому я вообще без понятия, чего это зависит. Остался хилс инфо у тебя? Ну, сейчас, по крайней мере, был, если и был фриз, то мини-фриз. Если это нету, то это и не в модах прикол вообще. Не, у меня было недавно, относительно недавно что-то подобное, и я прям на что-то грешил, и мы вроде даже нашли, что... Что лагало? Кстати, хотел спросить, Гриш, тебя не бесит, когда говорят слово «грешил»? Тебя не это не отвлекает? Грешил, и ты такой, что? А, это не я. Я не грешил. Гриш и грешник. Ну, допустим, если кто сказал «женьшень», я такой, Ну, типа... Изредка, но я обычно понимаю, когда ко мне обращаются. Маши. Каждый раз триггерит, когда говорят «Слава Украине». А, ты нацист? Ну, только ж поэтому, да? Мимо проходи. Не, наверняка, вот, что Андрей любит, это когда ему говорят «Привет». Вот, Андрей, наверное, это очень любит. Привет. Андрей. Пошел в жопу! Что случилось? От моих бабочек! Ты все равно их не ешь, Алёк. Я не ем, я их специально, блин, фармлю, чтобы потом снова их поймать и снова посадить! Да, блин, да? Никита! Все, не ори. Бабочки появятся, не беспокойся. Пошел отсюда, нахрен! А я голодаю. Я дам тебе еды, только не трогай. Это разборка питерская. Так. Андрей. Еще один. Привет. Привет. Красава, Андрей. Привет. А что? Что это? Это поп... А вдруг масло выпадет, слышишь? Пошел в жопу. Вам помочь? Что такое spoiled fish morsel? Это типа... Испорченное мясо. А чё тут за отдельная база для ульев? Моя отдельная база. Всё, не кричи. Прям уши давят. Чё-то разорвалось. Да есть, он убил всех. А этого слова сатаны, да, у тебя? Да. О, а можно яички съесть, да? Да. Можно. А мяса нету, что ли? Да. А где всё мясо? Чисто байт. Нема. Съели всё. Андрей, у тебя там в холодосе есть мясо? В шоке. Вот оно, пошла мясо. Пошла еще дальше базу строить. Все, на мясо спустите. Так, я... Не, вы молодцы, конечно, 90... Ой, 83 мяса. Вялим. Ну, а... Вялим. Я тако поем.
И пойду посплю, хп восстановлю хотя бы. Метеорит падает. Метеорит. Чё, у нас? Ай. Такого не падает, нет. Такого. Кто построил свинок без скинов? Зачем домики нам доставали? Знаешь что, Никита? Ты мне поднасрал, и я тебе подносрал. Надо переделать домики, они некрасивые. Так тут это обычный матч. Это обычный. Нет, это не такой, там круг нужен для крафта. Да. Не получилось поднасрать. Но вот эти штуки собирай. Да семечки съешь, да. А, ну выкинь. А, мне кажется, рыба сдохла в этом аквариуме. Она вон плавниками шевелит. Сдохла. Выспался? Это уже все. Никит, я всем дарю кроликов. Такие убогие домики, на них смотреть невозможно. Ты не дарю кролика, отвали. Он смотри, еще строит! Андрей вообще не стесняется. Женя, отстань. Прям на моих глазах построил домик без скина. Сука. Да он тебе их засовывает, а. В этот раз была птичка, и она как раз вошла. Так. С пролетом. Клювиком. Клювиком, да. Чпок. И она, ты знаешь, как в колодец монетку кидаешь, так тун-тун-тун-тун-тун. Все, заканчиваем. Кончаем. Вливай. Ой, да, все, всем спасибо. Yeah. Короче, ждите следующих серий, когда-то они будут. Если вам нравится, как всегда, лайки, подписывайтесь вот на Машу. Бать на комментарии. На Никиту. Да. На Андрея. Скажи, я буду, я буду говорить всех, у кого каналов нету. Вот. Да, Маш, не получается. Да, кого вы обманываете? У меня канал The Master. The Master канал. Там есть нарезочки Overwatch. Маша мерзнет. Ладно, шучу, нет, не подписывайтесь, там шлак. Колесов, но у него есть канал, да. Сбрув, у него тоже есть канал. Да. Вот. Если Гриша, Гриша, у тебя есть канал? Есть. В организме есть разные канальцы у тебя? Есть. 21 подписчик, 0. Накрутка. Андрей Рей, стопудово. А что это у меня? Зачем мне рыбу дали? А зачем ты мне кроликов давал? Блин, забавно, у нас бартер в игре появился. Вот, да, всем. Я никого не упустил. Никого не упустил. Все, всем спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки, улыбайтесь. Андрей сказал. Вот. Не сказал? Сказал. Вот. Всем пока. Прощайтесь. Пока, народ. Всем удачи. До свидания. Поешьте обязательно.